сегодня я буду записывать прохождение Майнкрафта. Начальная карта бонус. Сейчас мы создадим мир. Ой, ребятки, я заспаунился на дереве. Ладно, ребятки, вернул карась, игра началась. Возьмем пока что бонусный сундук. Нужно найти овцы. Давайте сейчас мы понаходим овцы. Нам очень понадобится. Ай, больно. Нам нужны овцы. Так, волк не то. Овцы. Овцы пока что не видно. Хотя навряд ли они будут тут. Ну ладно. Искать. Давай, так, ребятки, что-то мало говорю. Я просто хочу пройти Майнкрафт. Но, ребятки, не думайте, что я за одну часть приду Майнкрафт. Это будет длиться частей 10, думаю. Как-то мало овц.
точнее их вообще нет. Снежок тут есть. Так, ребятки, нужно найти овцы. Я без овцы не выживу. Же всех убью, я случайно. Прости, я случайно. Прости, давай без этого. И без этого. Ты не бей, не бей, не бей. Прости. То у меня есть рыбка теперь. Где можно найти овцу? Хотя, о, уголь. Уголь мне понадобится, только как я отсюда буду выбираться? Ладно. Что-то ты придумал. Раз. Два. В хозяйстве все пригодится. Так, ребятки, еще один уголь тут есть. Или даже больше. Все, ребятки, добыли весь уголь. Идем, надеюсь. Я надеюсь, что мы идем сейчас к овцам, потому что без овцев я просто не выживу. Волчик, привет, волчик. Как делишки? А, нет, я хочу идти вон. Вон туда мне надо идти, чтобы найти овцу. Нет. Ладно. Что это такое? Так, ребятки, сейчас мы создадим чего-нибудь. Зачем нам верстак? Ладно, ребятки, ничего не понятно, но очень интересно. Смотрим на карту и валим вон туда. Мы должны идти туда, чтобы овцы нам. Чтобы овцы нам подогнать сюда. Мы должны идти туда, чтобы овцы нам подогнать сюда. Мы должны идти туда, чтобы овцы нам подогнать. О, уже корову нашел. Ай, больно. Как я понял, эти вонючие травки. Все резинсируют. Прости, курка. Не нужно мяско, прости. Прости, не отпускай. Ой, блин, ребятки. Блин. Максим, Максим. Случайно нажал на эмоцию. Вверх, вверх, вверх. Еще одна курочка. Вторая еда. И сюда. У овца наконец-то. Как овца, не бойся. Себе за шерсть. Где еще кто-нибудь? Ребят, ребят, я нашел левша. Идем к нему. Прости. Ребят, я нашел давно дерево.
там что-то есть. Или кто-то есть. По-моему, это дом магов. Ой-ой-ой, я лучше оттуда уйду, салам алейкум. Я туда вернусь, но не сегодня. Слишком там что-то страшно. А можешь меня прокатить? Ребят, вот маму я никогда в жизни еще не убивал. Блин, прости. Нет, назад. Вы куда я поворачиваюсь? Нет. Ладно. Как себя слезть? Тихо. Салам алейкум. Так что мне нужно Я забыл, где жить? Овцы. Срочно. Овцы, пожалуйста. Где, пожалуйста? Нет, сейчас стемнеет. Ес, мне повезло, тут две овцы сразу. Раз, два. Простите, овцы, но мне очень нужно. Верстак. У меня же есть верстак уже, да? Типа, жму сюда. Верстак один сюда. Сюда, давай быстрее. Тян. Блин, забыл, ребят, написать. Кровать. Фух, ребятки, я не сдохну от зомбаков сегодня. Я совсем забыл про кровать, мне очень повезло. Берем кроватку, главное, с собой. Пыш. Мы просто пчелы. Пыш. На все готовы. Пыш. На все готовы. Ты пчела, я пчеловод. Мы ховали мед. Крипер, ты подох. Ха-ха-ха-ха, ты лох. Ты в курсе, что ты не можешь взорваться в воде, бот? Давай, слитом, давай. О, привет. Давай. Чё, нарываешься? Нарываешься меня? Я нарываешься? Ты чё, давно не горел? Так, ребят, сейчас мне нужна красивая кроватка. Она будет... Все, теперь у меня есть красная кроватка. Сори, прости. Блин, мне так жалко этих животных. Хоть я их убиваю, но мне их так жалко.
Три камня надо, три камушка. Раз. Было бы плохо. Тупизма. Берем кирочку одну. Все, берем одну кирку. Верстак нам уже не понадобится. И копаемся. Да блин. Кирочкой. Вот теперь нам нужно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О, ровно кусочков накопал. Так, на печку. Вот печка. Берем. Ставим печку. И крафтим рыбу. Топливо у нас будет. Что у нас может быть топливо? Все, нормальное топливо. Да и вас. Трис. Да, ну пока что будем. Так, пока что. Копали будем. Так, ребят, как думаете? Так, ребятки, сейчас мы будем. Было что жить спать. Пока что нужно заделать проход. Булочником заделаю проход. Пам-пам. Пам-пам. За булочник примерно. Раз. Стоп, пролезь сюда тут вообще. Сколько тут? Вот так, если вот так пролезет. Еще вот эту мельку можно взять. Ну и все. Теперь. Хотя лучше как-то взять. А как-то уже только на песок можно ставить. Так, берем теперь две земельки. И солнышко будет, и нам кайф. Потом поспим. Пока что нужно. Интересно, будет ли жариться хлеб? Мяско теперь вот это жарененькое, свиненькое. Так, ребят,
Нужно копаться вон туда. Шоком и копать дальше вот туда. Ладно, ребята, я вам понимаю, что это неинтересно. Поэтому прохождение Майнкрафта я запишу потом. Давай сейчас дожарим это и потом я вырубаю ролик. Раз. Два. Почти. Все, ребятки. Ой, блин, всем спасибо за просмотр. Кто смотрел этот ролик до конца. Ну а пока. Ну а пока. Как говорится, но пока. Пока.